Здравствуйте, ребят. С вами будет Лема. Я уже чуть-чуть его прошел. Ну, с того мама, а потом я сниму еще другую чуть-чуть. Это игра Реман. Надо спасать таких человечков. Я покажу, когда это закончится видео. Да йо. Когда это видео закончится, карта, я вам покажу, как. Ну все, я подумаю. А что бы мне записать вот это? Я все запишу. Так что давайте. Я ведь все записываю, что вы желаете. И все, эта карта вся. Эта карта вся. Короче, мы пришли чуть-чуть тут. Я все, скоро вставаю, были. Мы до 140 были. И Ветеремон тоже интересная игра. Я попрошу маму свою, с того она сняла со мной. И потому что очень будет классно. В другую. Зайдем. Это вторая часть. Второй диск, это уже по новейшей рате, до этого была. Так что сейчас я покажу тут. Вот это. Все, поинтереснее было. не успел. Знаете, уже тут игра, тут будет быстро. Это надо тут все по-быстрому проходить. Я не смог, но не ты. Можем вот так хитрить. Но вам придет все-таки. И это все делать. Даже все. Я уже тут бегу, когда надо. Надо. Я еще ведь это все смонтирую. Очень классная игра, советую. Не, не успел. Потому что я уже играю в нее сколько. Уже нет ошибок в этой игре, очень классно. Никто ее не снимает, но снимает только как она называется и как ее пользуется. Ой. Я там 4 раз меня убили. Это все стезает, кто летит. Успел. Ну, как говорите, блёка сталь лепёхой. О, наконец прошёл. Вот это мини. И деньги дают, и у тебя открывается
новые персонажи, как это еще. Надо теперь бежать прямо. Ну, чтобы понимать, короче. И это все так устроено. На этом мы сейчас попрощаемся. Всем пока-пока и удачи!